Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dragon's Dogma. Мы находимся в каком-то лагере воров. Нас сюда привел квест, здесь нам нужно кое-что найти, я пока не понимаю, как мне туда попасть. Потому что врата запертые, но как-то, по идее, можно. Ух ты, пердак выставил наружу, пошлятина какая. Так, в общем, короче говоря... Здесь у нас есть... Подожди. Здесь у нас есть спуск. Я его не замечал в предыдущей серии, в конце. Здесь у нас есть спуск именно туда, куда нам нужно, судя по всему. Как я и говорил, я говорю в предыдущей серии, наверняка говорю что-нибудь элементарное, но я просто ввиду своей усталости не вижу этого в упор. На деле так и оказалось. Ух ты! Это что такое? Ведьма на что-то. Это не для меня, да? И явно не для тебя. А девушкам я, пожалуй, туда дарить не буду. А, блин, кстати говоря, у меня же в предыдущей серии... До меня только дошло. У меня же в предыдущей серии девушки погибли. Обе. А вон там на холмах мы сцепились с гигантом. И девушки с большой высоты, он их скинул, они разбились насмерть. Мы не смогли им помочь. Поэтому сейчас нас тут двое. Я и Акаки. Так, откроем врата. Чтобы в будущем пройти сейчас. Надеюсь, местные не против. Шо? Теперь. О, что-то у нас разговор-то не получилось. А как и выручай. Так, ну-ка стоять. Погонь. Джедайская погонь. Ломай, ломай. Еще иду, смотри. О, сколько у вас тут? Я тебе сейчас дам кастовать на наш гадость всякую. Так, а что с квестом-то? С квестом, я так понимаю, не все хорошо, да? Ты что там творишь-то? Поганка. Ох, полетела. Блин, хотел схватить. Так, ну что, всех размотали просто. О, гигантский мешок с деньгами. 10 тысяч. У них у всех зато деньги есть, это хорошо. И все были девушками, да? Голожопыми. О, еще гигантский. Или нет, это не то. Так, и что нам это дало? То есть, сюда мы зря ходили в прошлой серии, все эти потери были зазря. Не знаю, давайте все внимательно осмотрим, возможно, этот гримуар где-то здесь. Ты откуда тут вообще? Живающий, что ли? Так, ладно. Это мне зачем? Может, здесь томик лежит? Тютчево. Который мне нужен. Похоже, что нет. Так, ну больше я не вижу тут смысла находиться. Похоже, что все. Давайте на всякий еще сходим, посмотрим, что тут да как. Возможно, что-то найдем. Честно говоря, сомневаюсь. Так, а здесь можно, допустим... так, а там что? Нет, тут ничего. Допустим, со второй башенки.
также пройти вниз. Смотри, все побежали. Ну и все огребли, конечно. Но просто зачем? Я хотел поговорить, но не дали. Нет, здесь чисто подъем наверх. Так, ну ладно. Ладно. Обратно мне не хотелось бы этим путем, поэтому... Где у нас там? Вот так поступим. Надо новых пешек найти. Все так же, одну магичку и одну стреляющую из лука. Потому что две магички, это мне не сильно понравилось, когда у нас было. Ну, то есть вот эта магичка, конечно, которой мы пользовались, Элис, услугами, которой мы пользовались, она была именно в плане атаки очень опасна. Ну-ка, вот ты кто? Девочка. 32-й, не катит. Нужен где-то 34-35. Так, а ты лучник? 532. Hello. 35-й. Устраивает Арабелла. Так, подожди. Ты не хочешь? Yes, ну-ка, что у тебя? Рейтинги неплохие. Ага. Так, ну допустим, сопротивление сну вообще никакущее. Ну, в целом неплохо. Подойдет, я думаю. Подожди, я не посмотрел, она лечить-то умеет, нет? О, сразу что-то на меня делают. Похоже, умеет. Да, как раз она и лечит. Молодчинка. Так, у тебя там внизу лежали, кстати, хорошие вещи. Ты меня сможешь пустить обратно туда? Камень, который вызывает живых. Ты говоришь о Вейкстоуне. Избранный. Красный, как кровь. Закованный арканной магией. Я heard tell a traveling merchant found one in a cave not a few days past. Странствующий торговец, говорит, я слышал, нашел один в пещере несколько дней назад. Not, but you might seek the stone on the shelves of Grand Soren's shops. В общем, говорит, ищи в магазинах. Так, ну туда я... Давайте сначала мы... Ой, блин, пальцем долбанулся. Сначала мы найдем себе лучника или лучницу. Что более предпочтительно. Нужно разбавлять мужскую компанию. Так, это Арабелла наша. Это кто? Окс Кинг. Ну нифига у тебя. Оборудование, дружок. Вот лучница 33-го. Меткий глаз. Ее зовут. Отличная лучница, кстати говоря. Берем. Все, в принципе. Я думаю, нам хватит. Так, все, команда набрана. Сейчас мы идем, сдаем квест. И смотрим, что получается дальше. Дальше, я так понимаю, мы уже останемся просто к герцогу идти. Так, ну сначала посмотрим, можем ли мы сюда войти. Там в прошлый раз было слишком опасно, насколько вы помните. Если смотрели сначала. Нет, вошли. Интересно, а сейчас там будут эти твари, которые с земли лезли? Так, в общем, где-то здесь внизу была решетка. И на этой решетке не было рычага. Хорошо. Так, у меня масло кончилось, что ли? Отлично.
Так, ну вроде здесь безопасно теперь. Пучки. Надо все-таки зайти в таверну и прокачать свои навыки дальше. Потому что часть навыков просто отстой. Допустим, вот это вот вообще практически не пригождается. Это, конечно, мощный удар, который практически с одного выстрела убивает. Но то, что стоял до него, мне нравилось гораздо больше. Так, светота. О, Рабеллы голос такой. Ну, у этой меткоглазки тоже. Так, хорошо. Блин, а вот эти летучие мыши. Перелет. Кто же это балуется у нас, да? Взрывами. Монетки. Отлично. Ой, нет, я не тебя хотел взять. Далеко там еще? Полпути есть. Так, здесь будет интересно. Гигантов. Так, подожди. Ай, блин, отстань. Нужно светоты. А то так долго бить получается больно. Да, отлично. Арабелла помогает. Арабелла неплохая. Что? Еще кто-то есть, что ли? Офигеть, что она творит. Фаерволы строит кругом. Так, вот где-то здесь у нас был... Да, он тут и есть. В прошлый раз мы от него огребали. В этот раз, я думаю, у нас все получше пойдет. Нравится? Тихо. Ломать ему ноги. Отлично. Хорошо, два раза вошло. Падай. Падай. Тихо. Бедная Рабелла. Молодец. А как его просто сшибает ему ноги. Так, ну, не жилец, короче говоря. Давай, 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 Акакий. Не сбавляй темп. Давай, 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 давай. Ох, что творит, ох, что творит. Я достаю эту голову, нет вообще? Ну да, это было ожидаемо. Лечи меня. А, меня не подлечит, ну ладно. Там уже девушкам самим плохо стало. Смотри-ка, успел меня
уснуть. Ну, парень все-таки душный. Но я им отомстил, по крайней мере, за то, что он со мной творил, когда я совсем не умел играть. Сейчас хоть чуть-чуть научился. Так, что она меня лечить пытается? У меня же все равно полоска полная. Ну, то есть, из того, что можно прибавить. Вот смотрите. Она же только серенькая прибавляет. Ну. Или это что-то другое? Типа усиление какого-то. Усиление защиты, похоже. Ох, сколько вас тут. Так, там Арабелле помочь нужно. А, это... Ох, отлично против них. Ха, метка глаза, я говорю. Чего ты, говорит, с моей помощью-то ожидал еще? Кто-то зазнаваться начинает, похоже. Слишком быстро у меня энчант проходит. Да, блин. Так, Рабелла, давай, жги. А я пока... Вот так. Да, блин. Что ж с вами не так сегодня, а? Мерзавцы. У Рабеллы голос такой прикольный. Арабский какой-то. Так, ну вот, тут в прошлый раз случилось нехорошее, и в итоге мы в панике бежали. Я так понимаю, что вообще все монстры здесь возродились, да? В этом подземелье. Это меня не очень радует, потому что вот там сейчас будут гарпии где-то. А вот она. Здесь, в одном из этих, вполне возможно, лежит рычаг. Нет? Не то. Нет. Где же он тогда может быть? Ого. О-о-о. Ты какой-то серьезный парень, что ли? Да не то ты делаешь. Да, обычный, по идее. Вон какого. Отлично. Рычаг есть. И... Теперь мы его... нажимаем. Смотрим, что за сокровища нас тут ждали. Столько серий. Шо? Куда ты бежишь? Это мои сокровища. А ты вообще не трогай. Этим двоим точно нельзя давать, а то у них потом не заберешь ничего из инвентаря. А хапать они любят. Так, ладно, вы там пока берите, а я посмотрю, что за два плаща я получил. Так, плащ приключенца. Хуже моего. Ощутимо. А у Акаки? Ну, у Акаки явно это не нужно, поэтому он сейчас отдаст это мне. И я сравню. О, ты посмотри, как оно стамину прибавляет. Меня это устраивает, такой размен. Вид, конечно, не особо. Ну ладно, это я переживу. Я уж привык, что с щитом у нас. Так, все, там точно больше ничего нет? Yeah.
Что-то у нас, кстати говоря, по времени-то нормально все. Так, ну и все, возвращаемся. Все, зачем мы сюда ходили, мы получили. Теперь можно спокойненько бежать вперед, переночевать, чтобы жизни восполнились, и, возможно, нам дадут что-то новое. Так, а сюда? Сюда уже больше нельзя ничего использовать. Ну и слава богу, потому что тут хрень какая-то прет. От нее приходится убегать. Ну, конечно, то, что у нас на 30 стамина стало больше, это не сильно скажется, но все же. Чем больше ставим, тем лучше. На 3 метра дольше пробежишь, может, они тебя спасут. Все, выдохся. Не, конечно, тем плащом он выглядел посолиднее, наш персонаж. Ну да ничего. Как обычно. Главное урон. Так, сейчас нам нужно переночевать, да идти отдать уже тот квест с шифром сэром Максимилиану. И после этого, я думаю, как это будет важный сюжетный поворот. Так, все, пришли вроде как, нет? Подожди. А, показалось. Мне показалось, что это уже конец подземелья. Идти, судя по всему, ты еще порядком. Так, я помню это место. Ой, блин, какая большая локация. Все, посижу, отдохну. Поддержите меня. Потрогай меня. Меткоглазая. В принципе, неплохая команда, да, такая? Мне нравится. То есть... Тихо. То есть нормально так, сбалансировано все. И меткоглазая это неплохо своим луком сносит. И Арабелла своей магии. У нее, конечно, главная фишка это огненная стена. Она против всего хорошо работает, насколько я успел заметить. Да. Вы же ничего мне не можете сделать. Ничего не можете, нифига себе. Вам хоть не отравил. Так, все, пришли. Отлично. Так, Максимилиан у нас где находится? А, ну то есть мы сейчас выходим и прямо идем. В Икстоун бы где-нибудь найти. Но все торговцы, у которых мы были в этом плане, не радуют. Так, шо? Тут уже ночь у всех. Интересно, Максимилиан там будет, ночью нет? Давайте переночуем лучше. Потому что ночью туда заваливаться. Так, ладно. Кстати говоря, подожди-ка. Давайте посмотрим новые скиллы. Даункрэк. А, это вторая версия этого пришибающего удара. Нужно оно нам, нет? Это по кругу ударять. Это все такое магическое. Вот эту вот пушку может поставить. Более хорошую. Собирать всех врагов вместе. Так, для щита у нас все по-прежнему. На тандер тоже нужно бы. У меня лед, огонь и холи стоят. То есть зачарование. Так. Святая стена. Это сильный магический щит. Тоже неплохо. Святая помощь. Так.
Короче, когда блокируешь вот с этой штукой, тебе от ударов прибавляются жизни. Это интересно. Дальше. Это для этого, но это пока что нам не нужно. Так, Retribution. На Reinforcement уже не хватает. Ну ладно, неплохо так затарились. Так, сюда у нас поставим вместо Down Trust, поставим Grid Cannon. Тут все нормально. Эта штука меня устраивает, эта штука меня устраивает. Так, дальше с тобой. Тут Fire, Frost и Holy Enchanter. Holy Enchanter может переделать в Holy Wall. Вот начинаются муки выбора. И здесь вместо потенциала, по-моему, поставить Retribution. Так, подожди, а какая штука нам там прибавляла жизни? Holy Aid, да, точно. Вот так-то я хотел. Так, теперь. Акакий. Тебе даже не знаю, что поставить. У тебя, в принципе, все неплохо. Труднее шибить с ног его. Вот этот ему подойдет. И увеличивает вероятность вырубить врага. Вот это мне нравится. Audacity Impact, короче говоря. Так, это тебе сюда. Ferocity, кстати, почему-то не поставлена была. Audacity Impact. Теперь ты вообще зверенышем будешь. А тут вместо Pommel Bash мы поставим. Я даже не знаю, все такое хорошее. А пусть так будет. Теперь ночуем. И идем уже к Максимилиану. Доложимся в этой серии, а в следующей возьмем какой-нибудь новый квест. Так, ну что ты мне принес? Масло? Ну ладно, устраивает. Как, говорит, я выступил? Я очень хорошо старался. Верю, верю, сам болтун. Блин, надо ему, конечно, уже этот костюм менять, а то он как-то жутковато выглядит. Я временами поворачиваю камеру, просто такая дура стоит двухметровая в этом балахоне. Я пугаюсь. Надо какой-то костюм, ну, типа там тяжелых лад каких-то, что ли. Но пока что ничего подходящего не найдено. Так что пусть будет так. Ой, блин, давай быстрее. Вот это вот главная проблема этой игры. То, что все долго. Здесь все долго. Так, ну... Офигеть просто. Тактику может ему переработать. Да, в принципе, меня устраивает то, что он делает. Я просил вырубать более слабых врагов в первую очередь. Он этим и занимается. Ну, ты все, нет, заколебал уже. Так, ладно. Терпение. Ну, наконец-то. Так, все, пойдем к Максимилиану. Подожди. Что это нам показывает по этому квесту? На выход? А, ну понятно. Шифр. Надеюсь, он там проснулся. Вот этот бегает постоянно. Ночью бегом туда, площадь главную защищать. С утра бегом обратно, защищать город. Чудной. Так, ну что, что ты мне скажешь? Порадуешься хоть за меня, нет? Well met, sir. Так это не текст, ты говоришь. Шифр. Созданный лишь для того, чтобы привести тебя к дракону закованному, что ли? Понятно. Если этот человек говорит правду, если он бессмертный, получается, что... У Его Величества есть хороший шанс. Be that the case, his words are well worth heeding, sir.
Так, ладно, говорит. Интересно у него слова. Встретись с ним, как время позволит. Он приведет тебя к победе, я думаю, с удачей. Если повезет. Отлично. Так, ну и да, на этом мы завершим, пожалуй. Надеюсь, вам понравилось. В следующей серии мы посмотрим, что у нас дальше. Это тот же квест или что-то другое нам указывает на карте? А, ну у нас все с тем же Томом. Короче говоря, давайте в следующей серии продолжим заниматься. Наверное, подойдем сразу к сэру Максимилиану, потому что квесты у него самые интересные. Надеюсь, вам понравилось. В следующей серии, я думаю, мы двинемся дальше куда-то. Почему-то мне кажется, что вот сюда, то есть на самый север Грансиса. И, кстати говоря, я хотел как-то навестить, вот здесь у нас где-то лачуга была ведьмы, только не помню где. И около этой лачуги была непонятная статуя, которую, судя по всему, можно оживить. Но, короче говоря, этим мы займемся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.